Мы вас всех приветствуем у нашей Джеммы. Джемма, здравствуйте. Здравствуйте, Зарочка. Добрый день, дорогие зрители, наши уважаемые покупатели, наша визитка. Ознакомьтесь с нашим местом нахождения. Торговый комплекс «Садовод», корпус «Б». Девочки, линия «В», этаж первый. Обязательно мы на первом этаже находимся. Место 77. В сегодняшнем эфире у нас будет осенне-зимняя коллекция. Будут новинки, но и также я буду стараться для вас сделать на осенние коллекции. Будут скидочный ассортимент также в нашем эфире. Давайте начнем сначала эфир с верхней одежды. Показываю модели, девчонки. Вот эти пуховики, это идет, не осень, идет зима. И, кстати, на холодную зиму. Размеры SML идет, на 48 будет замечательно. Верхняя одежда не маломерит, абсолютно ни одна модель не маломерит. Цена такой красоты, девочки, 6300 рублей. А вот эти тоже шикарные курточки, тоже один бренд, но здесь ткань другая идет. Как бы ткань больше как под пальтишко, кашемиром сверху. А наполнитель здесь холофайбер перед. Спинка, паховую зону прикрывает. Очень такие актуальные, красивые зимние куртки. Цена 6300. Ну и также есть светло-сером, тоже L-ка. Ну, на 48 прям замечательно будет. А может даже на 50 будем. Давайте вам по факту смотреть, так как верхняя одежда у нас не маломерит. Дальше. Вот такая красота. В одном из эфиров я на себя все накидывала, чтобы вы визуально понимали. Здесь чернобурка. Абсолютно все куртки, которые с мехом сейчас буду вам показывать, все меха идут натуральные. А наполнитель верхней одежды идет пух-перо. Паховую зону прикрывает перед спинка. Размер единый. Посмотрите, какой красивый. Полностью воротник идет на меховой основе. Идут, значит, до 52 шикарно будут. Цена 14900. В таком цвете. Зеленая расцветка. Это одна и та же модель, но цвета идут разные. И также есть еще у этой верхней одежды такой модненький капюшон. Дальше, а еще и такой красивый молочный, темно-молочный даже идет, тоже с таким красивым капюшоном, и полностью такая идет меховая основа, перед и спинка, наполнитель тоже пух-перо, я считаю, что эти куртки даже до минус 30, вообще будут в них очень тепло вам ходить, еще такой красивый оранжевый цвет, перед, спинка. Вот такая еще модель перед, спинка. Кстати, у всех курток также имеются и эти, как их там называют, кармашки. Вот это. А здесь у нас курточка идет более такой удлиненный вариант, но выше колена длина будет перед, спинка. Здесь воротничок у нас полностью на меховой основе тоже. И также, кстати, все абсолютно меха вы сможете снять. Надоел вам мех, хотите что-то более такой стиляжный вариант, можно вполне снять. Перед, спинка, тоже 14900 до 52-го. Замечательно. А вообще, давайте, кто носит и 54, можете написать, скинуть свои параметры, я вам посмотрю. Потому что, ну, на самом деле, куртки идут в стиль оверсайз. Ну и также, смотрите, какая красота у нас на нашем манекене, девчонки. Тоже в молочном цвете. Это не кипельно-белый, может, камера не передает всю расцветку. В молочном тоже капюшон полностью на меховой основе. И, кстати, все съемное, кармашки также имеются. Ну и курточка здесь у нас в области кисти идет манжет. 14900. Ну и вот такая красота. 42 до 50, 100%, 52. Давайте буду по факту смотреть. 5900 рублей. 5900, 42 до 50, точно 52. Давайте я буду смотреть. В таком шоколадном цвете перед спинка. Дальше, вот такая тоже шикарная стильная куртка, 42 до 52, но максималка, наполнитель тоже пух-перо, перед спинка, наполнитель пух-перо, капюшончик,
Здесь стойка, воротник, капюшон несъемный. Также данные модели я скидывала на наш телеграм-магазин. Телеграм-магазин будет в шапке профиля. Вы переходите по ссылке и попадаете на наш магазин. Также вот такая в молочном цвете тоже 5 942, до 50-100%. Давайте 52 я буду по факту вам смотреть. Цена 5 900. Капюшон здесь несъемный. Ну и давайте я отвлеку ваше внимание от верхней одежды. Давайте, девочки, кстати, свитера эти все новинки. Может, что-то в прошлом эфире они были дороже. В этом эфире, девчонки, я вам сделаю на них скидку. 2900 рублей, 42-48 в идеале будут в зеленом цвете. Черно-белый, здесь длина шикарная. Также соответствует оригиналу. Вот эти джемпера у нас идут неплотные вязки, и ткани не рыхлые, имейте в виду. 2 942 в идеале до 48, но если любите по фигуре, поэтому теперь я буду говорить в идеале, чтобы вы смотрели. Если вы любите больше по фигуре, может и на 50 и будут, так как здесь длина идет стандартно, они не короткие. Вот эта красота у нас одна единственная осталась, 42-46, так как одна, здесь шикарная вязочка тонкая, 2000 рублей, последняя единица. Вот такие тоже очень красивые джемпера, 42 до 48, вообще шикарно. Я считаю, что на 50 тоже будет. Здесь такая вязочка, есть такие вязки, которые очень грубо идут. Здесь очень мягкая и приятная вязка, но опять-таки ткань не рыхлая. Ценник 3 800, длина идет стандарт, перед яркий, спинка без камней, тоже ткань амбре. 3 800, тоже очень интересный такой кардиган, длина здесь тоже стандарт идет, 42 до 48, замечательно. И, кстати, здесь такие маленькие пайеточки, ну и такая фурнитура. Ну, прям все в меру, но очень красиво смотрится. И также до этого я вам показывала амбре в такой расцветке. Есть вот еще и в такой, с таким принтом. Перед спинка 3 800. Вот такая красота. 42, в идеале максимум до 48. 4 500 перед спинка. Кстати, в одном из эфиров я тоже была в нем. Очень стильненький кардиган, вообще шикарная модель. 42 до 48 в идеале, длина здесь средняя, ценник на скидке 2 700. Ну и также обращаю ваше внимание, еще есть в молочном цвете, тоже очень красивый такой нежный кардиганчик. Ну и также важная информация, девочки, где у нас скидки, цены действуют один эфир. Вот такой у нас остался один голубой, последний, 42 до 48. Ну, вообще 50 тоже, опять-таки, например, кто-то любит больше по фигуре, так как последний 2 500. Вот под Мио тоже очень популярный бренд. Очень красивая тоже моделька, 42 до 48 в идеале. Ну, вообще, я считаю, что и на 50, но чуть-чуть по фигуре будет. Перед и спинка. Две очень красивые расцветки. Также вырез в области груди у нас идет V-образный. Цена такой красоты 2 700, уже скидки. Опять-таки, скидки действуют один эфир. Были 3 700, 3 800. Если эфир проходит другой, уже у нас, девочки, будут уже, даже мы в телеграм-магазине не исправляем цены, будут такие же цены, как и были до скидки. Вот такая красота тоже была 3 с чем-то, но это новая все модель идет. В этом эфире, дорогие зрители, так как хочется и сделать скидочки на новую коллекцию, так как уже похолодание, надеюсь, скоро будет. Перед спинка 42 до 48, это в идеале и максималка, длина стандартная. Ценник 3000 рублей. И, кстати, обращаю ваше внимание, здесь все вышивка идет. Красивый такой стильный джемперочек. Вот такая тоже матнявая модель, 42 до 48 в идеале, но на 50 любите по фигуре, значит, замечательно. Длина здесь стандарт, идет 3000 рублей. Также есть полоску 3000. 42-48, это прям максималка в идеале.
ткани абсолютно в нашем магазине нету джемпера, который более рыхлые ткани. Рыхлые ткани, девочки, при носке сразу образуются катушки, имейте в виду, поэтому я часто обращаю ваше внимание на состав ткани. Вот, длина здесь стандартная, и джемпер у нас идет как поло, пуговицы отстегиваются, перед спинка. Вот, а цена такой красоты, тоже скидка на них, 2700 будут. Вот эти модели у нас на повторе, именно в белом и в розовом цвете. Длина стандартная, в идеале до 48, но у нас клиентка брала и 50. Здесь очень хорошая вязочка, которая шикарно тянется. 2700. 42-48 в идеале. Длина стандарт идет, тоже классная фурнитура, что дает еще больше красоты нашим вещам. 2700 до 48-го. А вот это новиночки такие получили, 3500 рублей, 42 до 48, это в идеале. Но джемпера не идут в стиль оверсайз, они более приталенные идут. Но опять-таки, если имеются какие-то недостатки, я считаю, что они очень хорошо все корректируют. Менее заметно. Ну и давайте по лонгам, девчонки. Вот эти лонги, не знаю, мы себе с Нариной тоже разные цвета взяли, я и ребенку взяла. Они очень классные, и сам факт, что идеально подходят под любые юбочки, под любые брючки, джинсы. 42 до 48 тоже шикарно будет, ну и вообще на 50 тоже. Ну, идут модели по фигуре, но немножко как-то подчеркивает, как бы... Вернее, приталины идут, но менее заметны недостатки. Вот, есть на 50-й 3000 рублей. Даже 2800. Давайте 2700, раз уж я прямо акцент сделала на 2700. 42 до 48 шикарно, на 50-й тоже будет длина стандарт. 2700. 42 до 50, 2700 перед спинка. Очень такая нужная вещь, очень базовая. Вы сможете также под всякие свои вещи, наряды все комбинировать. Но и в белом цвете. И ткань такая хорошая идет, она не будет просвечивать. Но как-то так будет более скромно все, не будут... Да, не вульгарно, ну как-то я стесняюсь это слово произносить, ну пусть так будет. На самом деле не вульгарно будет. Перед спинка 42-48 максимум, 2700 также. Ну и классический черный, тоже красивый, стандартная длина. Захотели экстрима, можно вот так расстегнуть. Вообще тоже я считаю, что так оригинальненько будет. Ну и ваша шикарная грудь будет с изюминкой. Перед спинка. Что ты там? Хотите, какие идеи даешь? Расстегнули. Да, так что захотели. Шутки, не скучайте, мы продолжаем. 42-48 в идеале перед спинка. На скидке 2000. 42-48, 2000. Длина стандарт 42-48. Вязка шикарная, если вы не любите слишком плотное, вам жарко постоянно, как мне, значит, это ваша модель. 42-48 перед спинка. Вот такие кардиганчики. 2000 тоже 700 рублей. 42-48 в идеале. Вообще на 50 будет, так как здесь длина стандартная идет. 42-46. Здесь такая велюровый принт идет. Тоже под бренд Шанель. Очень классно, да, девчонки? Это тоже кардиган в белом цвете. И, вернее, черный-белый. Длина здесь средняя идет. Тоже 2700 на скидке. 2300 рублей. 42 до 48. Это максималка. И то в идеале до 46. Но на 48 больше по фигурке. А вот эти шикарные наши джемпера по 2-3 штуки максимум остались. 42-46 в идеале. Любите по фигуре, значит, можно на 48, девочки. Они на очень хорошие скидки, 2000 рублей. Такая модель. Длина здесь стандарт идет. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000, стандартная длина 42 до 46 в идеале, на 48 прям по фигуре, кто как хочет, как предпочитает носить, никого не вынуждаем, чтобы брали именно на 48, но смотрите на свои предпочтения. 2000 перед, и вот такая, к
кстати, такой спортшик идет, как с джинсами, так с юбками, с брючками вполне сможете носить. Вот. А здесь я решила сделать скидки. 2 L-ки, 2 XL остались, 3500, девочки, были 5900, мало осталось. Перед, спинка, брюки прямые идут. Ориентируемся 46 до 50. Да, 50 максималка, хлопок 100%, но хлопок идет более осенний-зимний вариант, и он идет более плотный. А здесь у нас размеры тоже LXL остались, перед спинка 3500. Вот такие костюм. Да, извините. 42 до 48 в идеале, вообще на 50 тоже хорошо будет. Давайте тоже сделаю скидку, так как очень мало осталось, тоже соответствует оригиналу. 3700 рублей. Цены действуют один эфир. Пожалуйста, учитывайте наши требования, наши тоже правила нашего магазина. Вот, в белом цвете, еще и молочном есть, девочки. Кому надо, покажу, так как сейчас на витрине на данный момент он не висит. И классический черный, длина шикарная, с высокой посадкой. 3700, девочки, один эфир действует цены. Ну и давайте также пройдемся по новиночкам. 3800, 42 до 46 в идеале, длина здесь средняя идет, в белом цвете. 42-44, 2000, тончайшая вискоза, тоже на скидке. В пудре, перед, спинка, длина средняя, подчеркиваю, 2000, 42-44, такая средняя длина. Вообще на 46 тоже будет, но я считаю, что в идеале до 44-го. Черный, 2000, и такой красивый шоколадный. Новинки, 42 до 48, перед, спинка, 3500. Вот такой красивый кардиган 3800, 42 до 48. Это максималка, но здесь идет средняя длина, они не очень длинные. А Мио, я извиняюсь, есть еще и в черном цвете. Здесь, видите, такая россыпь идет у нас красивых пайеток. Перед, вернее, вот, и с обратной стороны. Вообще ткань не колет, очень приятная к телу. И такой шикарный розовый. Вот такую красоту, 42 до 48 в идеале, но и на 50 будет, но здесь длина такая средняя. Если вы любите с посадкой высокой носить брючки, джинсы, будет очень все красиво сидеть. А если с низкой, у вас животик будет оголяться. Дальше, вот такие тоже джемпера 3000, длина стандарт, 42-48, это максималка. Вот такие тоже классные джемпера, стандарт 42-48. Вообще очень хорошо тянутся, я считаю, что и на 50 и подойдет. А в молочном цвете, это не кипельно-белый, и черный. Перед, спинка. И такая красивая фурнитура, наша обаятельная ведущая покажет, пожалуйста. Оператор, да, получается, да. Это я ведущая? Вот. Ну и что еще? Давайте, раз уж мы прошлись так по ряду. Вот такой джемпер 3000, перед, спинка. До 48 в идеале, на 50 тоже будет. Вот такой джемпер я вам показывала в белом, и в черном также есть моделька. Вот такие джемпера у нас остались только в черном, 3000 рублей. Здесь очень классная вискоза, и шерсть идет с добавками хлопка. 2700, 42 до 48, максималка, стандартная длина. Это не стиль оверсайз, перед, спинка. Оверы тоже очень много я показываю во всех наших эфирах. Вот такая 2700, перед, спинка. Тоже под бренд. Кстати, вот это в черном я вам показываю. И в белом цвете. Очень дорого оба цвета. Смотрится очень красиво. И такая шикарная вязка. Дальше, девочки, показываю вам новинки. Мы их вчера утром получили. 42 до 46, перед, спинка. 3500 в белом цвете. Молочном цвете, перед, спинка, длина такая стандарт идет, не скажу, что она прям средняя, но более к стандартной. 42 до 46, даже 48 по фигуре будет, ну максималка может 48, 3500. Вот очень красивые такие джемпера, 42 до 48 в идеале, длина здесь стандартная идет, также ценник 3500, еще не успели сфоткать, но все сделаем.
Дальше тоже очень красивый трепицу. До этого бабочки показывала, тоже есть из этого принта. Очень популярный, кстати, Dior, чтобы вышивка была. 42 до 48 это максималка 3500. Ну и давайте отвлеку вас, немножко покажу юбочные варианты. 42-44, 4500, очень шикарная такая стильная фурнитура. В белом цвете и в черном. В принципе, обе расцветки, они такие классические, самые актуальные. Перед, спинка, 4500. Мало их осталось, хоть мы и вчера получали. Не забываем, также у нас есть оптовые продажи. Вот такая тоже двойка, 42-44 в идеале, на 46, смотрите сами. Длина, кому интересно, в принципе, если я фоткать буду, я сразу укажу и длину юбки. Раз. Топик. И такой красивый также есть и кардиган. Ну, кардиган идеально будет до 46-го. Ну, 90%, что до 46. Ну, и такая красивая тоже фурнитура. Тоже очень такой, кстати, популярный бренд. Если кто обратил внимание, у нас много из Шанеля тоже. Все, что в моде, мы стараемся для вас заказывать. Ну, и также есть черная расцветка. Юбку к себе прикладываю. Она идет чуть-чуть выше колена. Я не скажу, что здесь ультра-короткая длина юбки будет. Но и не будет прям такая длинная, как ты сказала. Длина юбки не вульгарная. Вот так. И топик перед, спинка. Ну и такой кардиганчик. Давайте тоже... Нет, хотела сказать 4500, извиняюсь, это тройка. Тройка стоит у нас 5500. И то я стараюсь, чтобы такие цены были хорошие для наших зрителей. Дальше. А уж здесь точно идет двойка. Тоже длина здесь адекватная. Юбки идет и джемпер. 42 до 46 это максималка. В белом цвете. Ну и в черном цвете. Тоже очень красивая стильная фурнитура. Все соответствует оригиналу. Тоже под Шанель. Вообще замечательно. Можно и в пир, и в мир носить данные модели. И давайте я вам покажу такие красивые платья, юбки, имею в виду, с джемперами. Вот, девочки, что-то в этом году мода пошла на длинные юбки. Максималка в идеале до 46-48%. 90%. Вот, например, я такая плотненькая, я считаю, что мне будет хорошо, опять-таки, там, с утяжечкой подкорректировать как-то свою изящную фигурку. Перед, спинка. Максимум это 48. Цена такой красоты 6500 рублей. Это все в люксе идет, тоже под Balmain. Давайте, что-то мне тоже потянуло. Я постараюсь в следующем эфире для вас одеть это, если, конечно, они останутся. Очень хорошо раскупаются юбочные варианты. Все любят юбки, платья. Вот. Все равно у всех такое осеннее вдохновение. Ну и белый. Мне кажется, я бы себе белый взяла, потому что очень много черного. Вам на заметку. Если много черного, тогда можно вполне взять себе белым. Кстати, извиняюсь, не до конца сказала. Ткань идет такая плотненькая. Она не тонкая, не рыхлая. Так что... Менее, я думаю, что будут заметные недостатки. Все равно, если 48, у нас по-любому какие-то там недостатки у всех женщин есть. 42 до 48 – это максималка. Перед, спинка, ткань тянется. И вот эти модели идут вырез V-образный. Раз. Графит. Вот в таком терракотовом цвете. Очень красивая, какая-то как бы изюминка есть, но все в меру. В молочном цвете, бежевом цвете, перед, спинка. Не знаю, все цвета на самом деле. Если вы видите, что цветов много, я сама ломаю голову, не знаю, какой выбрать. И в итоге хочется все цвета заказать. Один цвет лучше другого, и все базовые идут. Ну и черный, перед, спинка. Цена такой красоты 3500. Джинсовок очень мало осталось, так как, мне кажется, максимум недели три вы их поносите. У кого-то жара, как бы много людей, которые именно с юга заказывают заказы. Что я стала заикаться, вы обе смотрите. Да, более жаркие города, страны. 42 до 52, девчонки, любая джинсовка будет стоить 4500. 42 до 50 тоже.
4500. 42 до 54 500, тоже все на скидке. А кому нужно подробное фото, также все джинсовки есть в нашем телеграм-магазине. Телеграм-магазин будет в шапке профиля. 42 до 54 500. Вы видите, как мы бережно относимся к нашему товару, девочки? Да. Я стараюсь на белое вешать, руками не трогать. Потому что многим просто хочется померить и руками трогать. А потом в таком несоответствующем виде не хочется тоже клиенту продавать, потому что все за это деньги платят. Кому-то реально нужна покупка. Поэтому я стараюсь как-то бережно, чтобы люди уважали и наш труд. Мы за это тоже деньги платим. Вот, никому ничего бесплатно в этой жизни не дается. Вот так, почему я подчеркнула это. Многие хотят накрашенные, одеть белые вещи. Девочки, не обижайтесь, уважайте наш труд. Это не моя прихоть. Я не хочу грязную вещь, зацепками, всю какую-то кривую, хромую. Потом клиентам отправлять. Поэтому хочется, вот так, чтобы храни. Было все аккуратненько. Спасибо тем, кто понимает. Так что мы не капризничаем. Таковы требования нашего магазина, так как... Я уважаю всех, мне хочется, чтобы все получили в хорошем состоянии свои вещи. Вы видите, я каждый раз тоже в новых вещах не хожу, потому что нету такого длинного одела и повесила. Если я это одела, я себе обязательно должна это взять. У меня такой характер. Это не значит, если у меня есть магазин, я должна вещи делать одноразовые. Такое я не понимаю у многих магазинов, когда мне говорят: Джима, почему ты себе каждый день? Зачем? Уже товарный вид теряется. Правильно. Поэтому это очень важно. У меня такое понятие по поводу вещей. Вот, я сказала свою такую цитату. Мне кажется, это очень важная информация, чтобы вы учитывали, пожалуйста. Вот, ну как мне хорошо стало, что я сказала, чтобы я потом не выглядела плохой. Имейте в виду, пожалуйста. 42 до 50 вообще шикарно будет. 3800, кстати, количество осталось ограниченное. Ну, может, по одной-две штучки. Шикарные костюмы у нас на ура пошли. Ткань не рыхлая. Ну, мне очень нравится. Я надеюсь, и вам понравятся костюмы. В принципе, вы уже видели, я два эфира до этого показывала. Вот, вот в таком цвете молочном. И, Нарина, покажи нам, пожалуйста, в белом цвете. В белом тоже очень красивый цвет. Черное. И в таком розовом цвете. Вот на манекене белый, вот. Да? Ну и белый такой, не знаю, я считаю, что в этом, в этой модели два таких красивых цвета, это белый и розовый. Может, потому что много черных, темных цветов. Вообще-то уже два таких благородных цвета, очень красиво смотрится эта цветовая гамма. 42 до 48 максималка, девчонки, в идеале. Длина шикарная, 3800. Это в молочном цвете. В черном цвете тоже количество черного, особенно уже в ограниченном, мало осталось, максимум 2-3. В сером цвете на повторе не будет. Мы уже ждем другую коллекцию. А в зеленом цвете. И, кстати, девчонки, недели через 2 максимум у нас будет большой завоз жилеток. И в белом цвете тоже такой красивый цвет на фоне снега, зимы. Такого свежего ветерочка. И давайте покажу новинку тоже пару дней, как получили. 42 до 50. Маркировка идет, сейчас я вас сориентирую. Данной фабрики отшивают с М-ки. М идет на 40-42. Пока-пока. В темно-синем цвете очень красивая. И вверх идет такой средней длины. Но брюки идут с высокой посадкой, так что не переживайте, животик у вас не оголится. Цена такого костюма 5700 рублей. Вот такую красоту тоже из вискозы получили. 42 до 48. Вообще верх даже на 50 будет. Давайте 90% на 50 я вас сориентирую. В графитовом цвете. Черном. Черном тоже красивые под Валентина идут. Также вязка не рыхлая, идет такая классная вискоза. И в молочном перед спиной. И вот такие, такой костюмчик в сером цвете. Брюки у нас прямые идут перед. Спинка однотонная. Тоже такой интересный костюм.
в белом цвете. Не знаю, в этом сезоне мне особенно зимние коллекции очень нравятся в белых тонах. И в бежевом цвете перед и спинка. Но вот эти костюмы, они в идеале идут до 48, это максималка. 3800. Что еще мне вам, дорогие зрители, показать? Раз уж мы по костюмам пошли, еще мы получили также в продажу очень красивые, интересные кардиганы. Я все успею вам показать. А, вот такой голубой костюм, 42 до 48. Здесь ткани идут плотные, это уже зимние ткани, имейте в виду. Ткань 3 нитки, 3800. Модель есть в голубом, графитовом цвете. Вот так. И черная тоже. Тоже все цвета очень красивые. Как бы тяжело выбрать какой-то из... Вот такая модель тоже. Здесь ткань 3 нитки, хлопок плотно идет. Олимпийский костюм. 42. Но Элка идет замечательно. 48. 50, даже не 50, 95%, что и на 50 подойдет. Будем смотреть вам по факту, так как костюмы не маломерят, также цена 3800. Вот такие мио тоже, здесь ткань 3 нитки идут, это осенне-зимние лекалы и свойственно ткани, извиняюсь, 42 до 50. Максимальная маркировка, это L-ка идет, костюмы не маломерят, M-ка у нас идет 42 до 44, даже 46 будет замечательно смотреться. И также в розовом цвете, такая ткань под варенку. И в графитовом цвете, перед спинка. Вот такая еще красота. Ткани плотные, девчонки, даже в мороз вы не замерзнете, так как здесь хлопок идет плотный. Я очень редко что заказываю на флисе, потому что... Но это надо именно на севере жить, что прям такие объемные вещи. Так что имейте в виду, до минус 20 ткани замечательно подойдут точно. Я вообще даже на флисе ничего не ношу. 42 до 50, 3800 в черном цвете. Ну и так как, не знаю, я стараюсь во всех наших коллекциях заказывать именно костюмы в белых цветах, потому что белый цвет зимой, он более дефицитный. Вот, и еще вот такой костюмчик тоже, я вам до этого показывала в черном, также селин есть еще и в графитовом цвете. Дальше, девочки, 42 до 50, также маркировки у нас, М-ка идет на S-ку, фабрики М отшивает на S-ки, перед спинка, XL будет 48-50, брюки прямые идут, капюшон также есть, тоже на скидке 3500, девчонки, один эфир, цены будут буквально действовать, вот так. 3500 также в черном цвете, хлопок 100%, вот в шоколадном цвете тоже скидка действует, 3500 перед спинка, количество всего ассортимента осталось в ограниченном. Вот такие красивые удлиненные тунички мы получили, размер единый, рукав джинсовый, вязка здесь такая более плотненькая идет, цена такой красоты 4500 в молочном цвете. В шоколадном, более таком бежевом цвете даже. Размер единый. Идут как на худеньких, так же на более плотных девушек. 42 до 52. 100%. Я считаю, что даже 54. Но они очень аккуратно смотрятся. Вот такие пушистые тоже кардиганы получили. 42 до 50. Это максималка, девочки. Но опять-таки очень аккуратно смотрится, потому что многие клиенты не любители прям таких огромных оверов. Так что имейте в виду, перед спинка 4500 в розовом цвете, а в лавандовом цвете перед спинка. Вот такая красота, 4500, тоже такие пушистые. Очень так дорого и благородно смотрится. Длина у всех стандарт до 50-го. Данные моменты будут, модели, вернее, извиняюсь, будут смотреться шикарно. А в голубом цвете 4500 до 50, это максималка. Фото выложу также на наш сайт. Вы видите полностью. 42 до 50, тоже очень такой интересный кардиган, перед спинка, вообще огонь и цвет шикарный. 4500, 42 до 50, 4500, девчонки.
42 до 54 500. Тоже такой бисер. И такая, ну, шикарная вещь на самом деле. И аналог. Смотрите, отличие. Давайте я вот так поставлю друг с другом, чтобы вы видели. 42 до 50 шикарно. Дальше 4500, 42 до 50 перед спинка. Очень красивый джемпер. 42 до 50 тоже такая красота. Все кофточки такие пушистые идут. 42 до 50 перед спинка. Длина шикарная. И модели очень дорого смотрятся. Вы их сможете в повседневной жизни носить. Но и также есть какие-то мероприятия. Куда-то в гости. Одели какую-нибудь базовую юбку, базовые брючки. 42 до 50. И также отвлеку ваше внимание. Наш уважаемый оператор покажет. Смотрите, девчонки. Кстати, хотите себе, да, взять костюмчик? Вот, далеко не буду идти. Выбрали такую классную юбочку с таким джемпером. Получился такой крутой костюм. Мне кажется, даже на свадьбу можно в таком пойти, и не стыдно будет. И сам факт, что модель идет такая, и в пир, и в мир оденете. Вот, вообще шикарно. И также, так как я показала очень много джемперов, девчонки, юбки у нас также есть в продаже. Все цвета, вот в граффити, в черном цвете. На телеграм-магазин выложила, также длина тоже есть. Данные модели по 4000, ткани идут плотные, они не рыхлые. Ну и также такие модели. И так как Нарина хочет, чтобы я еще вам показала пару костюмов под Давайте. Конец нашего эфира. Вот эта моделька у нас осталась XL последний. Раз уж ты хочешь, чтобы я показала, будьте добры, девушка, помогите. А то, как моя мама говорит, порой бывает, хочешь два арбуза в одни руки взять, но не получается. Так что помогайте мне эти арбузы держать. Вот такая тоже моделька, XL последней, девочки, шикарная модель, очень популярная, кстати. Все модницы охотятся на эти костюмы. XL последняя, XL идет 48-50, состав ткани 100% хлопок. Раз уж скидки пошли, я обязана и здесь сделать скидку, на него идет скидка 4500 рублей. А вот здесь у нас мы на повторе получили, девчонки, кто следит за нашими эфирами, получили с М-ки до XL, это получается 42 до 50 максималка перед и спинка. Вот, цена 4500. Ну что, напоследок, я уверена, что вы довольны нашим эфиром, нашими крутыми моделями, девчоночки. Вот, а шапочки, пока не будет холодов, я вам не буду делать обзор на шапки. Вот, так как я еще даже их не сфоткала. Но видите, какую красоту мы также получили. Не соблазняй покупателей, ради бога. Так что, так, пусть какая-то такая тайна останется. Головные уборы уже тоже получили. Обязательно делаем скрины. Также приходим в наш магазин. Всем буду рада. Наше местонахождение. Девчонки, нас очень легко найти. А кому сложно будет, можете написать. Я вас сориентирую, что да как до нас дойти. Всех благ вам, крепкого здоровья, ну и мирного неба над головой. До новых встреч, до свидания. Спасибо вам, спасибо, успехов. До свидания, Зарочка. До свидания.